Практически с самого начала эпидемических проявлений новой коронавирусной инфекции началась работа над вакцинами. На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин. Вакцина, разработанная научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит клинические испытания. Еще одна вакцина, разработанная государственным научным центром «Вектор», находится в экспертизе в целях получения разрешения на клинические исследования, и мы надеемся, что в ближайшие дни разрешение будет получено. Результаты исследований как на стадии доклиники, так и клиники дают нам уверенность в том, что уже в ближайшем будущем сразу несколько эффективных вакцин начнут применяться на территории Российской Федерации и будут востребованы в мировом масштабе.